Это берет. Его шьют из ткани или вяжут из ниток. Нажми любую клавишу на клавиатуре. Это пальто. Его носят весной или осенью. Нажми любую клавишу на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это носки для девочки. Их носят и в холод, и в жару. Нажми левую кнопку мыши. Нажми пробел на клавиатуре. Это рубашка с короткими рукавами. Она легкая. Нажми пробел на клавиатуре. Это колготы для мальчика. Их шьют из ткани. Нажми пробел на клавиатуре. Это колготы для девочки. Они закрывают стопы и ножки. Нажми пробел на клавиатуре. Это осенняя куртка для мальчика. Ее носят осенью. Нажми левую кнопку мыши. Это халат. На нем есть карманы. Нажми левую кнопку мыши. Это плащ. Он защищает от ветра и дождя. Нажми пробел на клавиатуре. Это осенняя шапка для мальчика. Она закрывает голову и ушки от ветра. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это пижама для девочки. В ней лежат в кровати. Нажми левую кнопку мыши. Это туфли для мальчика. Их два, правый и левый. Нажми пробел на клавиатуре. Это панама для девочки. Ее носят на голове. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это осенние брюки для мальчика. У них есть пояс и карманы. Нажми левую кнопку мыши. Это майка. Ее носят летом, когда жарко. Нажми пробел на клавиатуре. Это кроссовки для мальчика. Они могут быть со шнурками или на липучке. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это зимняя куртка для мальчика. Ее надевают, когда выходят на улицу. Нажми левую кнопку мыши. Это юбка. Ее шьют из ткани. Нажми пробел на клавиатуре. Это сандали. Их надевают на ножки. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Они защищают ножки от воды и холода. Нажми левую кнопку мыши. Это футболка. Она мягкая и легкая. Нажми левую кнопку мыши. Это кофта. Ее вяжут из ниток. Нажми левую кнопку мыши. Нажми любую клавишу на клавиатуре. Это носки для мальчика. Они согревают пальчики на ногах. Нажми любую клавишу на клавиатуре. Нажми пробел на клавиатуре. Это платье. Его надевают, когда идут гулять. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это зимние сапоги для девочки. Они высокие, чтобы туда не попал снег. Нажми левую кнопку мыши. Это осенняя шапка для девочки. Она защищает от дождя. Нажми любую клавишу на клавиатуре. Это зимняя шапка для девочки. Ее носят на улице. Нажми любую клавишу на клавиатуре. Нажми пробел на клавиатуре. Это блузка.
У нее есть рукава и пуговицы. Нажми пробел на клавиатуре. Нажми левую кнопку мыши. Это пижама для мальчика. В ней ложатся спать. Нажми левую кнопку мыши. Это шорты. Их носят летом, когда тепло. Нажми пробел на клавиатуре. Это свитер. Его вяжут из теплых ниток. Нажми пробел на клавиатуре.